В эфире «Вести Чукотка», в студии Кристина Мовчан. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в округе. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся развития Чукотки. В 2024 году, согласно распоряжению президента, будет организована поставка дополнительных судов для транспортировки грузов и перевозки пассажиров через Анадырский лиман. Для повышения доступности воздушных перевозок по маршруту Москва-Анадырь будут выделены средства из федерального бюджета. Также в перечне поручений предусмотрено двукратное увеличение к 2026 году объемов местных тепличных овощей. Еще одна обязательная задача – обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения региона. Также президент России поручил Министерству обороны рассмотреть возможность передачи земель ведомства в собственность Чукотки.